Макса все время по этому, по звуку теряю. Ты можешь сюда, пойдем. Мне это самое гарнитур. Гарнитура внизу, все готово, просто забери ее. Да, я включу. Да, гарнитур. Возвращается у нас Еврокубок, Еврокубковый сезон и матчей, конечно, побольше, именно 8, и 7 из них, соответственно, представлены западными командами. Мы ожидаем трансляцию матча западной премьер-лиги «Космос Вея» против «Альбиона», ну а пока эта игра еще не началась, я немножко поработаю на матче «Трансконтейнер» «Динамо-Север», который вот уже стартовый свисток прозвучал, и здесь, на первом поле, встреча эта начинается. Давайте на самом скажем, что «Динамо Север» — это команда, которая известна «Трансконтейнеру». В прошлом сезоне встречались они за одной восьмой, а на четвертой даже сыграла Кубка ЛПЛ, и «Трансконтейнер» одержал победу на выезде. Первый закончился на сет 0-0, ну а на выезде северную крепкую команду, конкурс призера чемпионата высшего дивизиона, смогли переиграть со счетом 2-1. И вот у нас интрига, настоящий интрига матч. Максим Галихин забил тогда решающий гол на 51 минуте. И он же, как вы помните, стал героем победного триумфального кубка ЛПЛ. «Трансконтейнер» в 2018 году выиграл этот кубок. И Максим Галихин сделал дубль, забив решающий мяч аж из 57 минуты. Так вот, драма сейчас в том, что сейчас Галихин уже игрок «Динамо Север». И не успел я расходить, кажется, стартовый состав не выше. Ну и у нас уже вот на втором фоне. Там тоже много интересного и суперзвезда. Сегодня в стартовом составе «Космос Вея» выходит. Так получается, что у нас параллельно проходят встречи. И в частности, после окончания этих игр, я имею в виду «Трансконтейнера» «Динамо», идет в 1/4 финала. Напомню, что первая встреча команды закончилась со счетом 2-0 в пользу северян. Вот. И, соответственно, «Космос Вея» и «Альбиона». Также будет две встречи проходить лучший матч первого дивизиона, матч лидера «Дюка 13-2», на котором тоже будет работать. Ну и параллельно будет проходить игра в ПКСП. Вот так вот у нас очень много играть, поэтому давайте, друзья, в эфире буду вас ознакомливать, как называется события в параллельных матчах. В матче «Динамо» «Север» «Трансконтейнер» пока счет не открыт, команды присматриваются друг к другу, тактические моменты мы видим. Ну и я вижу, что «Трансконтейнера» лидеры появляются на поле, Денис Медадзе, Федорин, еще один новичок. Роман Комиссаров, кстати, вернувшийся в «Трансконтейнер», также присутствует в заявке. Ну и давайте переключаться уже на матч второе поле, где судья дает стартовый свисток. Здесь Михаил Кузнецов, свисток прозвучал. Давайте, Давай,
Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай
Один,
Давай, 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 давай
кубок УЕФА, да, да, но вот я говорю, Мартинес только никого раз не выиграл, сколько Картаевский сейчас собрал, упал, упал. Да и были там тоже тренадеры. Спасибо.
семинар, ну, общий семинар. Потому что, когда есть проблемы с звуком, то с тобой будет сделать. Нет, вот...
Здесь вообще хуй вообще. Я тебе скажу, что стало лучше, я просто на тебя направлю эти антенны. Если станет лучше, то нормально. Если станет не лучше, просто чуть ниже сюда. Опасные вот эти. Короче, надо поближе к тебе. Ну, смотрите, да. Ну, попробуй я. Я просто, когда буду комментировать, к тебе повернусь, а ты мне покажи. Да, я минут через пять после старта. Хорошо. Макс, у меня это первый раз, блядь, чувствую. Сейчас я комментирую и сижу и комментатор. Ну и как оно? Сам. Вон у тебя в голове. Выиграл первую встречу 2-0. После первого тайма счет 0-0. Вторая половина уже началась. Вы сейчас, насколько я понимаю, не видите картинку, но давайте, как в старые добрые советские времена, по принципу радиоприемника, я вам немножко по этому матчу рассказываю. Что происходит на поле? 0-0 у нас в этой игре. Конечно, трансконтейнеру надо как можно быстрее забивать. Об этом говорил Павел Крылов в своем интервью. Но пока что, наоборот, «Северная Динамо» у ворот трансконтейнера обосновал. Говорил я, что вернулся лидер трансконтейнера Денис Медалевич, чемпионат мира в Сочи. Сейчас он атаки, трансконтейнер владеет мячом. Продолжается атака, Тарасов проходит туда по воротам. У меня тут нет. Надо было конечно. Сейчас удар по воротам по Игорь Гришин. Легендарный Игорь Гришин защищает ворота трансконтейнера. И помните, вратаря, да? Северный играл. Крупный расположение. Гришин. Неизменный. Ну и удар Тарасов оказался не точным. Сейчас Тарасов ушел, обыгрывает своего оппонента, ну и мяч за боковую линию выходит. А я вот смотрю, кстати, Максим Калихин вышел уже в составе «Северного Динамо», анонсировал я его появление в этом матче. Ну и сейчас Максим Калихин против своей одной команды играет, пока что он и без мяча. Ну и давайте возвращаться на... Давай!
Yeah.
Леша! Поднимись, отдай Нике. Отдай им эту пусть он выключит, а это включит. Найди. Давай, 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 давай
что на дальней стадии. Yeah.
должен быть это Альбион. Что, Виталий тебя? Наход на кет. Хорошо.
далеко на отдаление, не будем пользоваться. Замена! 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 Замена!